Кто может представить себе жизнь без музыки? Наверное, никто. Гитары Металлики, басы Knife Party, речитатив Method Man'а, вокал Маши Распутиной. Все мы любим музыку, хоть и разную, но все-таки любим. Практически каждый смартфон комплектуется гарнитурой. Вот только цвет этой гарнитуры может быть черный или белый, что не совсем соответствует современным трендам, ярким и цветастым. Можно задуматься о приобретении другой гарнитуры, вот только либо качество звука хромает, либо ценники кусаются. Но выход, как показывает практика, всегда есть. Всем привет, с вами Лана, и в этом видео от компании Allo я познакомлю вас сразу с несколькими качественными, но доступными гарнитурами от Nomi. И у каждой из них есть своя изюминка. Начнем с модели Nomi 103. Что не свойственно гарнитурам такого ценового сегмента, выполнена она из металла, что делает ее прочной и надежной. Модель 104 изготовлена из керамики, что свойственно гораздо, гораздо более дорогим моделям. Дизайн обеих гарнитур весьма демократичен и одинаково хорошо подойдет и молодежи, и более взрослому контингенту. Гарнитуры разные, но есть один момент, помимо бренда, который их объединяет. Это качественный звук, причем звук универсальный. Какой бы стиль музыки не был бы вам по душе, от классики до EDM, от шансона до дэс-метала, музыка будет звучать одинаково хорошо. Частотный диапазон всех гарнитур составляет от 20 до 20 тысяч герц. Низкие остаются низкими, высокие – высокими. Звук не запирает даже на самой высокой громкости. Длина провода двух моделей одинакова – 120 сантиметров. Этого вполне достаточно даже для того, чтобы подключить гарнитуру к источнику звука, находящемуся в рюкзаке за вашей спиной. Провод лапша, так что вы навсегда забудете о нервном распутывании проводов. Теперь один из самых крутых моментов – расцветки. У меня, например, смартфон черного цвета, гарнитура белого, ну а гардероб вообще разноцветный. Не то чтобы меня это сильно расстраивало, но нехватка ярких цветов иногда огорчает. Nomi выпускают свои гарнитуры в широчайшем выборе расцветок. Для керамической модели 104 доступны два классических цвета – белый и черный. Для модели 103 в металле их 5 – черный, коричневый, фиолетовый, голубой и розовый. Больше цветов? Что ж, у Nomi есть и такие гарнитуры. Например, стильная и доступная NHS-131 в популярном дизайне, обзор которой можно посмотреть по вот этой вот ссылке. Расцветки – черная, белая, красно-черная, марсала, зеленая и голубая. Дешевле? Еще дешевле? Не проблема. Есть супердоступные NHS-101 в двух расцветках – черной и белой. Предпочитаете более спортивный стиль? Есть такие. Гарнитура NHS-102 в 5 расцветках – черный, зеленый, розовый, голубой и коралловый. Какую бы гарнитуру от Nomi вы не выбрали, их всех объединяет миловидный дизайн, качественные материалы и хорошее звучание. Гарнитуры Nomi для дома и для спорта, для отдыха и работы, для всех и каждого. На любой вкус и кошелек, для любого планшета, смартфона или плеера, для музыки или фильмов, для общения, для вас. В этом обзоре от компании Allo с вами была Лана и гарнитуры Nomi. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте смотреть другие видосики. Хорошей вам музыки! Пока!